Ну что, дорогие друзья, произведение, которое вы не сможете нам подпеть ни при каких обстоятельствах. Хор Турецкого — это уникальные голоса, коллекция бриллиантовых голосов. И последний раз эта музыка звучала в достойном исполнении 26 лет назад на стадионе Уэмбли в Лондоне. Есть такой футбольный стадион на 100 тысяч посадочных мест, где великий Фредди Меркьюри, пусть дети запоминают, рок-идолов, и Монсеррат Кабалье, эта знаменитая женщина, пели вместе. Сегодня на сцене одни мужчины и хор Турецкого. When all the soul is taken from the sea, ручки. I stand in alone, I'm naked and I'm but when you think of your soul sadly, is anybody there to believe in me, to hear my prayer, take care, ваша ручника. Артист пошел в народ. Сегодня здесь, в России, на территории 30-го региона, уникальные голоса. Этот голос называется контртенор, уроженец Литовской Республики, Вячеслав Фреш.
13 лет впереди. И голос, взрывающий сознание. Называется он «Мужское сопрано». Уроженец Украины, заслуженный артист России Миша Кузнецов. Женщин, Миша Кузнецов. Здесь барьера, так обычно женщины бегут с цветами, как Киркорова к нему. Ну что, друзья, спасибо, что приводите детей на наши концерты. Все мы родом из детства. Мы продолжаем петь вместе. Песня называется «Остров детства». Посвящается детям и, конечно же, нашим родителям. Об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров. Вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Остров детства! Остров детства!
бросали. Солнце, детство, детство моего. Спасибо, что приводите детей на наши праздники. Если у артиста на концертах есть дети, у него обеспеченная старость. Эти дети будут приходить к нам, когда вырастут.